Йоху, всем сяп-сяп, с вами Инзган, и мы все пытаемся закончить Cities Skylines. А сегодня у нас, по сути, нам надо что? Нам надо добыть 65 тысяч человек, стать кем? Мегаполис? А и был мегаполис, по-моему. Мегаполис? Мегалополис. Мегалополис, а после него вроде как ни хрена нет, но я не уверен. В любом случае, он разблокирует монументы новые области 2 на 2 километра, хрен его знает. Можете приобрести новый участок земли. Да их, по-моему, так где-то по пути начинаю мочь приобрести. И типа вот один. И что, мне всю карту нельзя забить, что ли? Ну что за бред? Смотри, сколько говна от нас уходит в океан. Не культурно, но что сделать? В любом случае, у нас тут сейчас уже есть посмотрен аэропорт. Что-то 78 там летают. Обслуга, кстати, дороговатая. Есть порт. Тут корабли у нас кораблят. Есть у нас железнодорожная станция. Здесь поезда поездят. Да, и грузовая тоже. И все. Грузового аэропорта, кстати, нет. Оно все в одном, видимо. Видимо, в одном, да. Вон, видишь, самолет прям даже летает. Все культурно. Опять ноль. А что за ноль? Все время ноль. Что за безобразие? Нам осталось совсем чуть-чуть. Смотри, народ. Нам нужен свет. Разве так что? Где свет? Кому света нет? Кому не хватает электроэнергии? Ага, вот они вы. Вот они вы тут сидите. Это у нас, знаешь что? Это у нас крематорий. Ты стой там, не дергайся, потому что я тебя еще не назначил, так сказать. Давай мы здесь построим тогда жилую зоночку. Вот такую раз, вот такую два, вот такую три. Чтобы просто крематорий обеспечить электричеством, потому что... Сейчас строить лэб какого-то такого отдельного смысла нет. Ага, вот этих товарищей тоже. Туда тянуть, потому что все равно в конечном итоге мы там построим жилой квартал, и все у нас будет электро... Электро. Так, завершено Град Небесный. Это достижение, дали вам его не видно, но оно есть. Эпики тоже, наконец-то, ну как наконец-то, давно уже додумались. Достижение ввести в играх ачивочки. И вот, собственно, Мегалополис, поздравляем, достижение, достигнут численности населения 65 тысяч человек. Монументы нам теперь доступны, сейчас мы посмотрим на монументы. Мэр работал не покладая рук, а областные власти приняли закон о расширении границ города. Давай посмотрим, что мы там можем расширить, так чисто поржать. Ну, допустим, вот здесь вот, раз. Больше не может. Теперь официально расширили, интересно, какие теперь планы у местных властей, local government. Симулированный город, опять же, нам дали ачивку. Ни хрена непонятно. И типа все. Не понимал. Не понимал, ну ладно. Ну ладно, ладно, ладно. Вот это вот, смотри, заброшено. Это давай мы быстренько грохнем по старой привычке. Уже вот это еще, да? А что это такое? Это бочка какая-то. Странной формы. Странной формы, хорошо. Хорошо у нас все. Здесь люди живут, здесь люди растут. Потребности вот эти вот, непонятно, как они организуются. Тут народу все время не хватает. Хрен его знает, где их брать. Вон, смотри, не хватает, не хватает, не хватает. Кого? Один работник с избыточным образованием. С высшим, с хорошим, без образования. Ноль с образованием просто не хватает. Хотя школы есть, школы школят. Где они, кстати? Ну-ка, где школы? Школы где? Вот одна школа, вон там еще школа. Это что? Начальная школа, 294. Ну, кстати, да. Кстати, да, почти полная. А где вторая? Давай построим им еще одну начальную школу, пусть они учатся, как бы, знаешь. Мне не жалко, учение — это свет. Куда тебя воткнуть-то? Вот сюда. Вот сюда вот все дружной пачкой там собираетесь и едете. Хлоп, зелененькое стало. Здесь что? Здесь все нормально, здесь тоже более-менее, вот здесь еще можно одну жмакнуть где-нибудь, вот здесь вот в уголочке, да, за десяточку, хлоп. Вот, теперь пришла пора посмотреть монументы. Кстати, помнишь, мы в какой-то серии смотрели, убирается ли вот эта вот грязь вокруг свалки? Да, убирается, вот здесь она стояла, теперь ее нет, все хорошо. Все прекрасно, денег плюс 20 косарей, хрен его знает, откуда так получилось. Было что-то 6, 8, 5, очень мало. Сейчас побольше. Можно поиграть с налогами, но давай посмотрим с монументами. Монументы — это огромное здание, представляющее собой высшую степень развития определенной городской службы. Монументы открываются при строительстве уникальных сооружений, и разные монументы требуют одновременного наличия в городе различных уникальных сооружений. Деньги пока есть, давай посмотрим, что это. Термоядерная электростанция. Охренеть! Стоит миллион.
8 косарей в месяц, шум 75, 16 тысяч мегаватт. 16 сраных тысяч мегаватт. Это обосраться, это очень много. Это очень много. У нас сейчас, знаешь, сколько электричества? У нас сейчас 1800 производится, и у нас его просто до жопы. Мы жрем 800, у нас лишняя 1000. Можем ее продавать, можем ее продавать? Куда ее продать? Все равно ничего нет. Ты посмотри. Ты посмотри на них. Ну, сейчас вот здесь отстроят и нормализуется у них все. Можно вот это вот тоже, кстати, непонятно. Вот это что за хрень? Как ее... Как ее что-нибудь? Давай, знаешь что, попробуем построить прямо вот сюда, вот прям впритык. Можно продавать где-нибудь электричество? Я этого не нашел в игре. У нас есть городская политика. Экономия. Это установка датчиков дыма. Гореть меньше будет, но у нас так нормально. Запрет домашних животных. Небольшое снижение накопления мусора. Небольшое уменьшение радости граждан. Пусть они радуются. Запрет курения, улучшение здоровья, снижение уровня счастья. Да и так, легализация наркотиков. Небольшое увеличение доходов от налогов, среднее увеличение количества туристов, небольшое снижение уровня преступности, увеличение расходов на полицию на 15. Нет. Нет, наркотики это зло, это знают все. Бесплатный общественный транспорт. Это мы ставили, потом у меня стало меньше денег, я это убрал нахрен. Налогообложение. Вот это вот непонятно. Это непонятно, это мы сейчас посмотрим тогда. Поддержка малого бизнеса, поддержка крупного. Это что такое? Содержание 2 цента здания в районе с низкой плотностью застройки. Высокотехнологичные дома, небольшое увеличение цены. Так, содержание плюс 4 цента жилой дом. Домов у меня, кстати, дохрена. У меня домов дохрена, автоматизированный пункт. Вот промышленность 4.0, кстати, прикольная тема. Смотри, все промышленные... рабочие места предназначены для горожан с хорошим и высшим образованием. Выпуск продукции плюс 50. Число рабочих мест в каждом здании индустриальной зоны снижается на 30%. Давай жмакнем и посмотрим вообще, что будет нахрен. Сейчас у нас основная задача — это жмакать и смотреть, что будет. Мы прям вот этим сейчас будем развлекаться. Пока деньги есть, у нас 8 миллионов. Это в целом дохрена, если не строить памятники. Народ растет, смотри, прям активно. Дальше что у нас есть? Космический лифт. Прикольная тема. Люди со всего мира съезжают... 1,5 миллиона! Съезжаются в город, чтобы увидеть космический лифт, а толпы туристов хороши для городского бюджета. 160 кубометров воды жрет, электричество 160 киловатт, шумит, охренеть как, построить выставочный центр. Так, а здесь надо построить что-то, какие-то здания уникальные, для того, чтобы построить вот этот вот апогей, так сказать, парк в деловом районе. Тут что у нас? Развлекуха, 850, уход, так, ну тоже более-менее еще. Стоимость 650, медицинский центр. Так, андронный коллайдер. Ого-го, большой, интересно. Построить офис... А, это один, что ли, надо построить? Серьезно? Подожди, а вот это вот, смотри. Это у нас жрет 4000 кубометров воды в неделю. У нас воды производится... Миллион. Непонятно. Охрена его знает. Ладно, разберемся сейчас. Давай, в общем, будем строить памятники. Наверное, начнем с конца, потому что на его нахрен. Смотри, здесь что, 800, уход 9600, загрязнение шумит, прям жопа. Электричество 1000. До хрена электричество жрет. Ты не жри так. Ух ты. Вот это поменьше. Смотри, проект Эдем. Эдем, воды немного. Электричество 560, по-божески еще хотя бы. Космический лифт, кстати, тема прикольная. Давай его тогда построим. Построить выставочный центр нам надо сначала. Давай искать выставочный центр. Это что такое? Заповедник с пандами, космодром Чип, что-то там. Рождественская ярмарка. А где он, выставочный центр? Это футбольный стадион. Это символ промышленности. Вот эту я хрень построил, скорее всего. Символ изобилия. Или прозорий. Символ страсти к шопингу. Площадь мертвых. Фонтан жизни и смерти, районный прах. Башня транспорта есть у меня. ТЦ умеренность. А там что-то надо, смотри. Все ставки налогов не выше 4%. 4%? А на что жить-то будем? Так, выставочный... Так, подожди, вот офис. Колоссал ордена. Ежедневные расходы на образование 20 тысяч. Много. Городской парк. Ладно. Суд. Понятно. Торговый центр. Вот этот может? Налоговое управление. По-моему, был выставочный центр. Давай посмотрим. Где он? Космический лифт. Да? Нет? Да, выставочный центр нам нужен. Не торговый, а выставочный. Повторяю. Так, это кто? Парк в деловом районе.
Ладно. Центральная библиотека, обсерватория, оперный театр, управление подавления. Прикольно. Если вам нужно кого-нибудь подавить, вам управление в вам в управление подавления. Ведь там знают в этом толк, необходимый для постройки медицинского центра. Ясно, подавление оно такое дело. Так, научный центр. Офис услужливых услуг. Научная библиотека. О, выставочный центр. Смотри. 1600 в неделю, это много, зараза. Стоимость 100 тысяч фантиков. Выставки и конференции привлекают множество посетителей и участников, в том числе издалека. Необходимо для постройки космического лифта. Шум 75, загрязнение 0, развлекательная ценность 1440 киловатт. Очень много электричества, оно все жрет. Очень много электричества этого водопровода, где он? А, подожди, мегаватт, а у нас-то киловатт. Серьезно? Да, киловатт, так нам вообще срать. Нам вообще срать, в одном мегаватте сколько, 1000 киловатт или сколько там, я не знаю. Давай его построим вот прямо вот здесь, вот пусть стоит, короче. Бумс. Оп, смотри, как все позеленели. Смотри, как все позеленели. Классно, классно. А, он шумит, кстати, жопа прям же. Он же шумит, жопа как, поэтому надо было его отодвинуть. Но опять же эти обрадовались. И вот что? Не понимаю. 15 косарей, идем дальше. Так, мы теперь... Ни хрена мы теперь, да? Торговый центр. Парк Джоу. А я же построил там что-то. Что я там строил-то вообще? Космический лифт. Подожди, а это у нас 1400 мегаватт. Да, оно киловатты потребляет. Твою мать, я-то подумал, это мегаватты. Это киловатты, так вообще нам насрать. Что мы строили? Под торговый центр теперь надо, видимо, да? Космический лифт же мы строили. Необходим для постройки... Да, торговый центр, ладно, где он? Ой, как много всего, где-то я видел. Торговый центр, вот он. Давай мы тебя жмакнем, знаешь, куда? Мы тебя сейчас жмакнем, а что там, народу не хватает? А, здесь же у нас производство. Здесь же у нас производство производственное. Место уже занято. Он шумный, нет? Он хороший, нормальный, нет? Полезный, противный. Не знаю. Не знаю, непонятно. Куда тебя жмакнуть-то, скажите мне, пожалуйста. Я бы вот сюда жмакнул, смотри. Но здесь у нас... ням-ням-ням-ням-ням. Заводы. Здесь стоят заводы. Хочется торговый центр так к людям куда-нибудь, так сказать, поближе подпихнуть. Давай подпихнем его вот сюда. Вот здесь заводы, и там люди как раз. А вот сюда влезет? Не влезет. А сюда влезет? Тоже не влезет. А вот здесь, смотри, вообще все красное. Куда тебя? Влезешь? Нет? Да? Что? Скотина. А вот так... Но он шумный, вон. Давай, вот, все, смотри, вы, значит... А, красное, наверное, это шум, а зеленое, типа, счастье. Счастье и радость приносит нам. Торговый центр будет стоять напротив аэропорта. Аэропорт один хрен шумный, правильно? Поехали. Туристы-то, кстати, что, ходят? Мы что сейчас построили? Мы сейчас что-то построили, мы вот что построили. Туда туристы идут, никто туда не идет. Но времени еще мало, кстати, у меня медленная скорость, надо побыстрее. Так, хорошо, что тебе теперь надо? Срань какая, ты посмотри. Фонтан жизни и смерти. А чё так много-то? Ладно, фонтан жизни и смерти, ищем. Районный парк. Фонтан жизни и смерти. 30 косарей, 240 немного. Развлекательная шум тоже нормально. Фонтан жизни и смерти. И смерти, и жизни. Работяг вообще никаких не хватает. Просто катастрофически, но что делать? Где у нас жизнь и смерть будет происходить? Будет происходить она вот прямо здесь. Вот тут жизнь, тут смерть. Нет. Нет, нам он шумный. Вот в чем косяк, понимаешь? Он шумный, в этом минус его, так сказать. Вот здесь, кстати... Можно тебя вот сюда вот пихнуть? Ладно. Тут им будет немножко шумно, но куда деваться? Так, отлично. Фонтан жизни и смерти есть. Работяг нам вообще просто не хватает пачками свыше. Без образования ноль. О, прям хорошее и высшее, да? Хорошее и высшее. 23 косаря, кстати, денег у нас прибавляется прям хорошо. Откуда столько? А откуда столько? Вот эти сейчас все начнут закрываться, потому что у них народу нет. Что у нас с университетами, с библиотеками? Высшая школа. Высшая школа. Высшую школу срочно ставим вот куда-нибудь вот сюда, вот прям напротив не высшей школы. Вот. У тебя, будешь всю жизнь ходить вот сюда, ну полжизни. Полжизни будешь ходить вот прямо вот сюда. То есть сходил, значит, среднюю школу закончил, потом тут же высшую школу закончил, потом все, прям даже не уходи далеко. Хорошо, здесь позеленело. Ты кто? Ты университет. Что у нас с университетами? Тоже относительная ситуация. Вот здесь будет стоять университет.
Они жрут денег. Ну куда деваться? Мне, видишь, надо прям обучать всех. Всех надо пачками брать и обучать. Они все не обучены, они все вообще ни хера не понимают. Считают, знаешь, с трудом. На калькуляторе попросишь 3 плюс 2 сложить, они... О, калькулятор, это кнопочки. Смотри, какая там жопа, все покраснело. Сейчас просто все нахрен встанет. Университет давай жахнем вот прямо вот здесь. Вот прямо вот здесь вот ходите, учитесь, значит, получаете знания. Образование высшее, низшее, среднее, там какое-нибудь. Библиотека. С библиотекой тоже вообще ни хрена не понятно. Куда тебя жахнуть-то? Куда тебя жахнуть? Ты нигде не жахаешься. Вот здесь жахнем. Раз. Хотя в библиотеку толком никто не ходит. Вообще непонятно, нужна она, не нужна. Пусть будет. Пусть будут у меня куча библиотек. Все такие образованные будут, умные до хрена. Сколько денег? 19. Ладно, нормально, терпим. Нормально терпим. Вот здесь вот надо. Вот я тебя сейчас смотри прям. О, хорошо. Хорошо. Давайте, мои образованные. Решайте там свои вопросики, не спрашивайте по поводу налогообразования. Учитесь, учитесь. Ой, жопа. Ой, жопа, недостаточно покупателей. Прям да, прям серьезный такой. Самолет полетел. Куда полетел? Он сюда полетел. Прям серьезная проблема у нас с персоналом, с образованным персоналом. Но им платить надо больше, но они и доходы приносят больше. У нас же все высокотехнологичное, по идее, должно стать. Одни пожарники, наверное, у них с образованием, нет? Дальше смотрим, что я хочу вот эту хрень. Нет, не термоядерную электростанцию. Вот, смотри. Космический лифт. Оперный театр теперь надо построить. Издеваешься, что ли? Что? О нет, полицейский участок горит. Обеспечьте хорошие пути к району для пожарного депо. Подожди, где полицейский участок? Вот этот? Да, полицейский участок. Эти вот, смотри, здесь тушат. Эти, Мио, ты куда поехал, дурик? Ты дурачок, что ли? Вот здесь пожар-то. Вон, смотри, этот поехал. Куда ты поехал? Мимо про... О! Сейчас нормально, все разрулит, не переживайте. Не переживайте. А куда у меня все вот эти вот, знаешь, безработные пошли? И главное, требуется, еще требуется промышленные деловые зоны. Все у нас работяги пошли и стали менеджерами в магазинах. Поэтому нам нужно больше магазинов. Вот здесь вот пусть будут магазины. И вот здесь вот пусть будут магазины. Где еще надо напихать магазинов, чтобы всем хватило магазинов? Я даже не знаю. Давай вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и вот тут, и вот здесь. Надеюсь, вы постепенно будете разрастаться. Потребность в магазинах, ну, такая есть пока еще. Она, понятно, не мгновенно пройдет, но уже натыкаем. Вот производство нам явно сейчас строить смысла нет, потому что очень дохрена народу. Очень дохрена необразованных всех, а нужны срочно стали вдруг образованные, и прям это беда у них, да? Да. Но нам наплевать, смотри, деньги растут, народ растет, прикол. Прикол, везде требуется, сейчас должно жахнуть, но не жахает. Так, оперный театр, театр оперы. Мы, кстати, все еще пока берем такое, знаешь, что мы можем построить. Вот оперного театра я что-то не помню, кстати. Это космодром, это что-то там еще, это футбол, уникальное сооружение первого. Где у нас оперный театр? Театр и опера и балет. А может просто все тупо ставить? Потому что складывается ощущение, что нужно будет все. Центральная библиотека, парк в деловом районе. Вот оперный театр. Город совокупно производит 3000 единиц природных ресурсов. Это вот как? Это вот где мне понять? В оперу приходят люди насладиться шедеврами мирового искусства, необходимые для построить космического лифта. Каким макаром мне вообще понять, что мы производим ресурсы? Как это опри... О, охренеть. Просто все нахрен забросилось. Ты посмотри. Ты посмотри, просто мертвые районы. Минус 176 человек. Минус 83. Плюс 3 косаря всего денег. Плюс 19. Смотри, народ опять приезжает. По идее, сейчас все необразованные должны уехать, приехать образованные, потому что вся промышленность в городе просто встала колом. Просто встала колом. А мы тем временем пока посмотрим, как нам природные ресурсы-то добывать. Я вот что-то не понимаю. И где вообще? Смотри. Экономика, это не то. Экономика. Где вот бюджет? Бюджет, понятно. Это корабли, вода, труда, сюда. Кредиты. Неинтересно, у меня 7... миллионов. Кстати, 600. Всего 600 фантиков. 200 падает в минус жестко. Народ в плюс, а этот в минус.
Если что, сейчас вернем обратно. Надеюсь, они там что-нибудь успеют открыться, пока мы весь бюджет не просрем. Смотри, доходы, расходы. Высокая плотность. Это жилые зоны, это вот это вот доходы от промышленного. Но это все про деньги. Общественный транспорт. Туризм. Туризм мне приносит 700. Нет, 400 фантиков. И 900. Короче, туризм в полной жопе. Дороги у нас бесплатные, это ладно. А как мне понять-то, как мне определить-то, где у нас, собственно, непосредственно ресурс? Вот эта вот, может, хрень нам нужна? Мы можем купить вот это вот? Не можем. А вот на том, что мы купили, мы можем что-нибудь посмотреть? Вот это вот, мне кажется, вот это она, потому что я больше не понимаю. Я больше не понимаю, каким тут макаром что-то еще можно добывать. Вот это мы купили, здесь ни хрена нет. А вот еще есть такие строения? Вот здесь, кстати, я что-то видел. Какую-то непонятную хрень. Двигайся давай. Как-то карта странна, она зубцами, что ли. Вот это. И вот где-то... А, вот она, смотри, вот. Вот здесь вот есть что-то. Что это такое, непонятно. Нам бы надо бы купить бы, получается, вот эту вот хрень. И тогда... Наверняка. Вдруг запляшут облака. Нет, и тогда, возможно, появится какая-то добыча чего-то там, природных ресурсов. Но, раз мы здесь уперлись в театр, пойдем строить что-нибудь другое, тупо. Проект Эдем. Построить парк в деловом районе. Парк в деловом районе. Поехали. Где это? Вот он. Парк в деловом районе. Построено участков коммерческих зон 20 тысяч. Ладно, что еще там есть? Электростанция. От нее вообще смысл-то есть? Она просто электричество производит до хрена. Мне пока до хрена электричество не надо. Построить башня — высокая стоимость. Ладно. Тут что, 640 кубометров воды, 1400 киловатт, пациент... А, это больничка прям хорошая. Башня — высокая стоимость. Где она, башня — высокая стоимость? Это башня, наверное, должна быть, да? Вот это башня, да? Нет, это офис, смотри-ка. Смотри-ка, это офис. Вот это башня. Башня — высокая стоимость. Так, больше 2000 кредита. Это я могу, это, пожалуйста, это вот легко совсем. Смотри, кредит. Сколько? 20 тысяч, пожалуйста. Пожалуйста, кредит готов. Вот, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. От нее что? От нее шум немножко, развлекательная нормально. Развлекуха нормальная, шум такой себе. Бам-бам-бам-бам-бам. Где у нас развлекается-то народ больше всего хочет? Вот здесь, наверное? Да, давай, развлекайтесь вот здесь. Вон, смотрите, вам как сразу зажилось. Смотри, в плюс мы обратно вышли. Не вышли. Вышли. И народ прибывает. Это при том, что у нас все производство встало. Вообще нахрен все. Просто надо брать его и ломать пачками. А вот это работает, смотри. Нет, это магазин. Вот. Автобусное депо, ясно. Ясно, 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 понятно. Минус 375, ладно. Кто у нас тут был? Медицинский центр. Построить суд. Суд, суд, суд. И, наверное, знаешь что? Мы сейчас просто пойдем и будем строить все подряд. Потому что что? Почему-то потому что. Это что такое? Научный центр. Что здесь? Развлекательная ценность хорошая, шум такой себе. Давай, научники пусть вот здесь вот сидят, тут учатся. Учатся, так сказать, на своих ошибках, на чужих ошибках и вообще не на ошибках, на чем-нибудь еще. Давай вот здесь пусть стоят. Нормально. Нормально, как раз в районе дороги. Так, суд я, кстати, не нашел. Стадион. Музей современного искусства. Небо, море, скреб. Что? Хрен его знает. Театр чудес. Тоже прикольно. Давай небо-море скреб построим на небо-море. А, он маленький такой совсем, да? На небо-море вот прям почти на этом самом, на таком мысу. Но ладно. Ладно, ладно, ладно. Заодно посмотрим, может, у нас туризм хоть немножко подрастет, потому что непонятно. Смотри, какая жопа полностью. А чего вы не сноситесь? А чего вы не разваливаетесь-то? Что-то не разваливается. Вон, смотри. Вот! Нет, или это магазин? По идее, нет. Давай посмотрим. Смотри, плюс 1000. Откуда? Откуда деньги? Откуда деньги? Скажите мне, пожалуйста, выплатить кредит, да? Эту хрень мы уже построили. Кто нам сколько приносит? 17 косарей они нам приносят, ты посмотри. Они возвращаются. Они... Это как так? Это что такое? Это как сделать? Подожди, может, у нас есть карта какая-нибудь типа природных ресурсов?
так сказать, недр земли, богатство, добровод, образование, отходы, части горожан, здоровье, ветер, уровни. Что за уровни? А, высокоуровневое здание получит больше налогов. Понятно. Ветер, трафик, загрязнение. Это понятно. Пожар, шум, бандиты, транспорт. Внешние связи, население, денювки, ценность земли. Ценность земли, кстати, тоже, наверное, несет какую-то логику. Вон там зеленая, там синяя. Можно там что-то повышать, понижать. Природные ресурсы. Природные, мать их, ресурсы. Вот здесь, что вы делаете? А что вы добываете? Не знаю. Это типа дерево. Вот здесь что-то желтое можно добывать, но нельзя. Вот здесь что-то черное. А это что, нефть? А это что? Нефть? А как ее? Нефть! Плодородные земли, руда, лес. Значит, нам нужно синее и черное. Синее и черное. Черное и синее. Синее мы немножечко не можем, понятно. Черное вот здесь вот нефть. Давай, а что делать? А куда деваться? Сейчас придется вот прямо вот здесь вот брать и строить, короче, промышленный район и смотреть, что из этого выйдет. Потому что в целом интересно, конечно. Здесь у нас будет, значит, нефтяники будут жить. Граничить, конечно, будут с нашим вот парком, со всем этим. Но куда идемся? Куда деваться? Вода есть у вас, интересно? Зонирование. Зонирование я знаю, спасибо. О, даже вот так можно. Вода прекрасна. Электричество тоже там более-менее должно быть откуда-то. А, вон, смотри, нет, это вода, электричество. А электричество вам надо бы подтянуть, конечно. Если вы сейчас там начнете строиться, то вы мне тут устроите блэкаут. Раз. Два. Вот так вот пусть это пока выглядит. Здесь, значит, пусть это информирован, вооружен. Нам дали какую-то еще ачивку, я уже на них толком не смотрю. Давай, строитесь. 13 косарей в плюсом. Смотри, мы вышли в плюс. При том, что у нас почти все производство нахрен стоит. Ты посмотри, все закрылось. Вот это открылось, тут заброшено, заброшено. Ты видел, что творилось? Ты видел, что творилось? Ты видел? Смотри. Смотри, просто все заброшено. Можно на прививку, кстати, жахнуть. Просто полный хаос, жопа и вообще. Так, при этом у нас плюс здесь, прекрасно мы это пережили. Плюс 200 человек, 61, у нас уже 70, мы растем, прям растем. Так, природные ресурсы у нас же, наверное, какие-то должны что-то там добывать. Что я хотел построить-то? Я уже забыл. Так, тебе что надо? Тебе нужен суд. Суд я нашел вообще, нет? Так, собор ранен. Ладно, поехали искать суд. С одной стороны, с другой стороны можно смотреть. Вот, шум вообще ноль, развлекательная ценность прям класс. Рождественская ярмарка. Давайте мы жахнем ее куда-нибудь, где красненькая. Где красненькая? Ты сюда влезешь? Не влезешь. Она большая. Она прям не маленькая, рождественская. Это ярмарка не влазит. О, вот здесь вот влезешь? Нет, не влезешь. Вот здесь на бережочке. Не хочешь, да? Ее прям можно по центру города сжахнуть, и тебе за это ничего не будет, потому что она не шумит. Она не шумит, она классная, хорошая. Но не влезает. Скотина такая. Ну ты посмотри на нее. Че, опять сюда? Ну все у нас в парке будет, в городском. А что я сделаю? А куда вот я денусь? Никуда, потому что больше ничего не вылезает. Никуда. Куда тебя воткнуть? Во. Ну-ка. Да. Ну давай, хотя бы здесь. Хотя бы здесь, хотя они и там неплохо живут. Космодром. Чип Чирикс. Чик Пикс. Мэк Пикс Пикс Шикс. Здание нужно размещать вдоль дороги. Так, где у нас вдоль дорогу можно найти? Вдоль дорогу. Вот. Я тебя вот здесь, вот, наверное, поставлю. А вот здесь даже, смотри, ну-ка. Вот это им прикольно будет тут жить, короче. Смотри, они здесь живут такие. И у них тут хлопс рядом. Космодром нехилых таких размеров. Кстати, надо было посмотреть, что он там жрет. Пуск ракеты. Прикол. Давай посмотрим, что он там жрет. Что же, не под ярмарка? Где он? Космодром. Вот. 1600 киломатт херня, вода тоже херня, абсолютно вообще, знаешь, не проблема. Это мы, значит, пустим к тебе вот так, а вот это мы пустим к тебе, ну и поровнее как-то пустим вот так. А вот так, пусть здоровый, а? Да все, вода у тебя уже должна появиться. Пуск ракеты, строительство ракеты, подготовка к пуску, что-то тут, это что, изменить цвет ракеты, пусть будет синий, белый, не знаю, мне это нравится. После пусковые процедуры. Перенести его можно. Подготовка. Непонятно. Ты работаешь вообще, нет? Здесь разворот есть? Подожди, там было что-то написано. Надо было почитать, наверное. Ладно.
Продолжим. Дальше, что у нас есть еще? Строим просто все. Смотри, из вот этого вот достопримечательности мы все построили. Надо посмотреть, что у нас по туризму. Футбол. Футбол, футбол, футбол. Футбол что у нас? Шумит охренительно. Развлекает тоже неплохо. Будет здесь вот прям. Прямо здесь. Развлекает там кого хочешь. Нам вообще надо его поставить просто, чтобы он был. А шум 10. Развлекательный символ промышленности. Символ промышленности должен быть в промышленном районе. Желательно не заброшенном, прямо скажем. Потому что как бы в заброшенном промышленном районе он смотрится немножко не так. Вот здесь пусть будет. Это рядом с тоннелем. Хорошо. Здесь что нам не дают? Средний уровень здоровья горожан ниже 20%. Не, ну блин, а как? А как вот я это сделаю? Типа вообще все больницы убрать, выключить? Ну можно попробовать. Они-то попередохнут. Меньше минус одного денег, но это явно не получится. Потому что, ну как? Как это? Это у меня что, 7 миллионов? Алло, я все просру. И что? Ладно, районный парк, шум 25. Ну, более-менее. Более-менее, более-менее, менее, более. Народ, о, смотри, вообще ничего не надо, только продавательные, так сказать, регионы. Так, так, здесь все, и вот здесь все можно построить. Стадион. Строительство стадиона порадует поклонников большого спорта, необходим для постройки космического лифта. Шум 100, развлекаха 150. Кстати, относительно небольшой, пусть будет зона. Ты смотри, какая огромная прям. Значит, стадион у нас... А, воды нету. Да нет воды, водички, водицы. Стадион у нас будет... А вот здесь вот он будет у нас, да? Ой, там прям жилые районы. Жилые районы, все расстроятся, скажут, да почему у нас так громко? Вот так. А воды, значит, надо тебе дать, да? Да, значит, смотри, вот так раз и два. Прекрасно. Прекрасно, стадион есть, тут еще один стадион. И посмотрим, что на космодроме ползет. Ползет. Дальше. Минус 908, минус косарь. Почему так много? Почему так много? Бездумно, наверное. Может, у нас и будет минус один, кстати, с такими-то расходами. Музей современного искусства. Шум 10, загрязнение, развлекуха прям хорошо. Места много занимает, скотина. Ты что такой большой? Почему ты такой большой? Куда вот я тебя запихнуть должен? Вот скажи мне, пожалуйста, кто тебя таким придумал? Кто тебя создал такого? Не влазит. Не влазит, ты посмотри. Ты посмотри. Никуда не влазит. Здесь можно на берегу? На берегу, на бережочке, вдоль дороги размещать. А я вдоль чего, по-вашему, размещаю? Здесь вообще не надо. В смысле, нельзя. А или можно? Непонятно. А можно вот здесь? О, можно, смотри-ка. Ну пусть будет. В принципе, наплевать уже. Уже наплевать. Так, шум 25, развлекаха, театр чудес. Чудеса. Это наше все. А что зеленых не хватает? Прикол, это кто такие? Нормальная эксплуатация. Типа деньги зарабатываются или что там? Это ли это не она? Это вот она, наверное, да? Нет. Непонятно. Минус 2 косаря у нас. Минус 3. Жопа так-то полная. Но раз уж мы разошлись, мы уж сейчас, знаешь... Мы вот сейчас жахнем, так сказать, пойдем во все тяжкие и все тут отяжелим. 25, тут немножко шуму, гамму, грому, но вдоль дороги, вдоль дороженьки. Вот здесь прям, смотри, будет какая развлекательная прям. Прям развлекательная развлекуха. Опа, электростанция. Можно воды 4000 кубометров в неделю. И 8 косарей денег. Но она нам будет приносить только электричество. Ну, зато 16, смотри, 16 сраных тысяч киловатт. Мы можем ГЭС вообще убрать. А сколько она денег живет? 3200. Значит, надо будет вообще все нахрен электростанции убирать. Ставить, она большая? Не, нормальная. Нормальная, но миллиончик сразу сожрет. Но миллиончик вот здесь можно поставить, да? Да. Давай, знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас возьмем воду, возьмем водонасосную... А сколько она дает? Так. 120 тысяч кубометров. Я не понимаю. А это жрет 4 тысячи кубометров. 120, так это мало. Давай построим. Смотри, рядом с космодромом. Отличная идея. Почему бы не построить рядом с космодромом и посмотреть. Так, активная
Зона. Вот этот дом, да подожди ты. Вот этот дом, всем домам дом, монументальнейший мир будущего, у него воды нет. В мире будущего пока что водичкой проблема. Так, отлично. Отлично, и что у тебя и как? У тебя 16 тысяч мегаватт. Должно быть просто очень дохрена электричества, все работает, все у нас прекрасно, вода есть. Что с водой? Давай забор воды еще сделаем, вот здесь вот на всякий случай. Раз. Два. Три. Четыре. Прекрасно. Раз. Вот так нельзя, да? Два. Три. Четыре. Электричества должно хватать, всего должно хватать. Чё с водой? Извините. Что-то с голосом. Заболтался. Так, воды до хрена, электричество, я боюсь смотреть. Ты посмотри. Ты посмотри, его просто охренелиард. Охренелиард. Поэтому мы сейчас все, что электрическое находим, все, что находим электрическое, мы его нахрен сносим. Потому что оно нам вообще абсолютно ни к чему. Никакого от него толку, никакого от него смысла, никакой надобности, нужды, потребности вообще ничего нет. Вот это будет работать или нет, интересно? Понятно. Электричество можно продавать. Это, наверное, не будет работать. Ну ладно. Ну ладно. Так. Вот это тоже можно нахрен снести. И все. И ты посмотри. Ты посмотри, что делается. У этого, наверное, нет электричества, да? У этого тоже нет электричества, да? И у этих нет электричества. Но ему не надо. Ладно, смотрим. Смотрим, кому тут не хватает. Этому хватает. А почему ты работаешь? Ты за счет чего работаешь? Ты электричество. А, он же вырабатывает, кстати. Кстати, кстати, молодец, парень, ученик, понятно. Это все старое, неинтересно. Вот смотри, тоже классная картинка. Ух, кайф. Бум, все заброшено, нахрен. Все заброшено, но зато у нас есть и космодром, и вот эта вот хрень. И еще много всяких интересных штучек. Так, о, плюс один. Плюс две тысячи. Нормально, деньги идут. Деньги идут, прикольно. Теперь что нам еще надо? Оперный театр нам надо, да? Парк в деловом районе. Суд. Да все нам надо. Все нам надо, все что можем, надо все строить. Значит, пойдем, здесь все, здесь все, здесь. Это что такое? Лепрозорий, но блин. Пока не скажут символ страсти к шопингу. Вот эти две пока не скажут, что прям надо, не будем. Не будем. Так, ТЦ умеренность. Средний уровень накоплений мусора на одно здание не меньше 25. Мусорозаводы, что ли, все сжечь нахрен? Тоже пока не просит, ладно. Женебельный, ладно. Но попросит, наверное. Офис Colossal Order. Ежедельные расходы на образование. Кстати, чуть-чуть осталось. Городской парк. Построено участков деловых зон. Серьезно? Было больше. Суд. Уровень преступности выше 50%. Короче, надо просто брать и гасить нахрен все... 14 косарей. Брать и гасить все, например, медицинские учреждения, а потом все вот эти вот полицейские участки, видимо, все пожарные участки, вот это вот все. И вот это вот все, что гасить-то не хочется, у меня что-то нормально, только зажили. Смотри, вон они только клёмываются, у них там бизнес что-то начинается, а мы их сейчас на тебе. Кстати, да, а, у них же левел, получается, упал, да? Да, неприятненько. Неприятненько, зато нахрен не нужно ничего зеленое, нужно немножко только синего. Только немножечко синего, говорят, не повредит. А я здесь школы строил, для чего? Для того, чтобы у меня... А почему здесь вот вы не строитесь, ребятушки? А потому что нахрен не надо. Ой, ладно, понятно, понятно, ладно. Я здесь школы для чего строил? Для того, чтобы вы тут строили свои торговые центры рядом со школой. Ну, кто так делает? Школа должна находиться, знаете ли, рядом с жилыми домами, чтобы люди с утра, детишки проснулись, пошли в школу. А здесь что, не закидано? Ничего себе, смотри, какие просторы. Ну вот, пошли в школу. Не через торговый центр, а прямо от дома, недалеко. С легкими матюгами, как это и полагается школьникам.
детские садики там же, для этого же. Вот это вот все, это зачем? Это нет, это не надо здесь строить вот эти вот все кучу производственных зданий. Так, продолжаем развлекаться. Что нам конкретно надо? Оперный театр. Оперный театр, там, по-моему, добыча нужна чего-то там. Парк в деловом районе. Тут. Давай посмотрим, что, кстати, у меня с туризмом. Туризмы. Где мои туризмы? Вот это, наверное, да? $353. Охренеть. Пол копейки, короче, нам. Публика. Чем больше зрителей на стадионе, тем выше шансы команды на победу. Убедитесь, что сделаны хорошие дороги, разные ветки общественного транспорта. Добраться до стадиона должно быть удобно. Нету там никаких веток, но дороги нормальные, да. Дороги нормальные, дороги хорошие, народу 70 косарей. Ну, что делать, давай будем... Будем ломать. Так, это что такое? Офис, не помню. Смотри, вот. Вот давай еще школу построим, типа. Типа вот. Сколько там надо-то? Подожди. Верни. Сколько там надо? 400. 400 баксов. Этого не хватит, а вот этого уже хватит. Высшая школа. Высшая школа. Прекрасно. Жмакс. И теперь... Давай. Надо, чтобы, видимо, очухалось. Давай. Что-то не очухивается. Ладно. Построено участков деловых зон. Так я их построил. Как бы я участки-то выделил, но то, что они там не строятся, я вот что сделаю. Деловые зоны... А, подожди. Деловые зоны это прям синие вот эти вот, да? Серьезно? Это которые нахрен не нужны? А, вот здесь вот деловые зоны жмакнем. Сколько там было? Кто-нибудь запомнил? Кто-нибудь запомнил, сколько там было? 1215, допустим. А я не ту делал, да? Подожди, коммерческая зона, это не то. 1215 там было, вот она, деловая зона. Да, это не та была. Можно выделить там много, конечно. Так, 1215, а стало 1215, прикольно. Или типа надо, чтобы там действительно они построили что-нибудь. Это что, кстати, торговый центр? Вы там ездите за покупками-то, нет? Это ни хрена не одупляется. 1215, а здесь... Чего, блядь, поддерживать в течение 10 недель? Серьезно? Охренеть. Охренеть! Уровень преступности выше 50%. Вот суд где-то должен быть... Хорошо, пожалуйста, это я, знаете ли, может сохраниться. Давай на всякий случай сохранимся, с одной стороны. Это какое у нас? Сохранение будет 19-е, да? Так, полицейский участок выключить. Полицейский участок. Подожди. Так, что-то у нас выключить. Мы их не будем сносить, потому что смысла в этом нет. А вот выключать, пожалуйста. Где у нас? Полиция. Полисмен. Вот, наверное, бандиты, да? Ага. Вот, смотри, еще один. И раз. Уровень преступности, кстати, у нас 7%. Это в целом-то и ни о чем. Но нам надо поднять до 50, видимо, посмотреть, что будет. Хорошо, сейчас посмотрим. Сейчас поднимем, сейчас посмотрим. Потом обратно воткнем. И копы пусть разбираются со всей этой жопой, которую мы им тут сейчас тут устроим. 6% меньше стало, серьезно? Может, у них там анархия, мать порядка? Главное управление полиции. Не главное управление полиции. Доступные тюрьмы, серьезно? У нас тюрьмы недоступны. А где я тебе тюрьму возьму? Или она в главном управлении? Или там есть тюрьма? Да как садить некуда, может, поэтому у нас уровень преступности такой себе. Смотри, мы сейчас вообще, по идее, все нахрен полицейские участки подключали и смотрим, что будет. А мы тем временем, задержанные преступники 0, доступные мест в тюрьмах 7. Ждем, ладно. А мы сейчас посмотрим, пока там тюрьма-то есть. В главном полицейском управлении может разместиться большое количество патрульных машин, которые могут выехать на множество мест преступления одновременно. Полиция снижает уровень преступности и обеспечивает спокойствие горожан. Вместимость патрульной машины 25, а патрульной машины 10. А где эти тюрьмы-то возьму? Алло, что за бред?
Что за бред? Ждем, что там будет? 8%. Ну, чуть-чуть растет. Чуть-чуть растет. Извините. Очень медленно. Очень-таки, довольно-таки медленно. Здесь что? Кладбище заполнено. Надо освобождать. Везите нам пока в крематорий. Что ж такое? Что ж такое с голосом моим? Что у нас там? Надо будет еще продержать, скажешь, знаешь. Продержите 2 года, это вот все. 10. Ладно. Все городские службы теперь онлайн. Да, потому что их нахрен нету просто. Так, а здравоохранение. Надо сделать примерно то же самое со здравоохранением. Где оно здравоохранение-то? Вот оно. Здоровье, доступность вообще 100. Средний уровень здоровья 71. А надо сделать сколько? Где-то там было. Так, уровень преступности. Это что? Тут ни хрена так и не поменялось. А здесь ждем 10 недель, да. Что там по здоровью? Больничка где-то была. Так, подожди. Это не то. Что, подожди? Построить здание городских служб 300. Охренеть. Построить следующую публичную библиотеку 5 единиц. Но это мы построим. Аквариум детей в начальных школах 5000. Вот где детей взять, это, конечно, вопрос. Это, конечно, загадка. Построить здание городских служб 30. Это мы можем. Так, парк в деловом. А что там надо в парк в деловом? А, вот это вот сложно, да. Университет 7, тоже не проблема. Совокупно вот это 3000 единиц природных ресурсов, непонятно. Уровень безработицы выше 50%. Вот это как себе представляешь? Как вот я тебе это сделаю? Налоги подниму, чтобы все закрылись. Так они потом открываться долго будут, и я как бы без денег останусь. Давай. Ты давай не это самое. Мусор надо тоже выключать. Так, фешенебельный торговый центр. Лепрозорий, вот. Средний уровень здоровья горожан ниже 20. И вот страсти к шопингу. Но можно, конечно, попробовать ниже 20, с одной стороны. С другой, давай посмотрим, там нужен где-нибудь. Оперный театр, парк. Суд, офис, ладно, вот офис Клоссалолдер, это что там надо? Так, это мы держим, хорошо, 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 дальше. Суд тоже держим. Парк в деловом районе, парк в деловом районе. Это городской парк? Это может. Да, парк в деловом, вот это вот участка в коммерческих зон, конечно, это не знаю как. Построено. Это вот не выделено, а именно построено. А здесь что? Оперный театр. Оперный театр, по-моему, тоже какая-то жопа была, да? Центральная библиотека. Вот, оперный театр. 3000, но это я не могу повлиять. Ладно, тогда ждем суд. Больнички выключать не будем, потому что смысла пока особо в этом нет. Потом, если приспичит, тогда можно будет. Сейчас-то, наверное, пока-то особо-то и не надо. И не надо, 1100 коек, больных горожан мало, все прекрасно, это вам не коронавирус. Что с преступностью? 26. Растет. Растет понемногу. Это медленно, конечно, растет, можно бы, знаете ли, расти-то и побыстрее. Расти, пожалуйста, побыстрее, будь любезен. Будь любезен. Народ, посоветуйте хорошие беруши. Ты лучше хороший пистолет где-нибудь посоветуй себе. Посоветуйся там у народа. Но пока у нас чё-то не успеем. Чё-то мы можем не успеть. Ну, что делать? Давай посмотрим, до скольки можно налоги крутить. Типа вот 29. Давай на максимум все налоги выкрутим. Посмотрим, что будет с народом, что будет с деньгами. Было 12, если что. Ну, там где-то 11, но не менее тем. Везде налог 29. Народ валит, денег 40 косарей. 52. 68. Народ валит. 83. Народ меньше валит. 100 косарей. Вот это нормально, мы сейчас поднимем. Минус 70 человек. Минус 97. Плюс 127 косарей. О, прикол, смотри, что делается. У всех, значит, какой-то значок. А что это значит? Ну, вот явно это здесь. Налоги слишком высокие. Да, я знаю. Я знаю, вообще максимально я закрутил. Смотри, 200 косарей зато. 200 косарей минус 128. Чего с коммерцией у нас происходит? С этими понятно, что... А, у всех. У всех налоги слишком высокие. Ладно, хорошо.
247 неплохо. До какого момента у вас налоги невысокие? Давай поставим 20. Опять же, всем, наверное, да, сразу? Опа. Деньги — это как бы один из важнейших здесь ресурсов, с одной стороны. А с другой стороны, как-то я вот играю-играю, уже у нас какой? 2053 год в игре. И при этом потихоньку, помаленьку не было прям таких откровенных, знаешь, проблем с деньгами, с тем, что денег нет. А тут и было 20. Или я уже сделал? Ладно. Так, теперь что у вас? 231. Народ валит просто пачками, денег до хрена. Пока что налоги высокие, ждем. Все еще высоковато, да? Ну, видимо, да. 500 человек. 700. Охренеть. Мы сейчас в деревню превратимся. Так, ладно. Хорошо. Давай опустим до 15. 15. Я бы тоже свой, конечно, куда-таки налоги охреняли, что ли. 15. 15 и 15. Сразу всем будем делать, потому что по одному вот это вот, знаешь, регулировать — тонкая настройка, это разбираться мы сейчас будем еще 2 часа, у нас осталось 10 минут. 15. Что, кстати, с преступностью? О, 47, сейчас уже чуть-чуть откроется. Так. Кругом бандиты, налоги высокие, прям, а они сейчас все уйдут, смотри, они сейчас все уйдут, вот эти вот красненькие сейчас все уйдут, вы кто красненькие? Вы, ладно, вы, я понял, кто, давай мы вас вернем обратно на 12, это у нас торговля, даже 10, чтобы вы, так сказать, подуспокоились, угу. И деловых товарищей тоже вернем. Ну и в принципе, вот этих вот, смотри, их надо сейчас пожалеть, я бы вообще им ноль поставил. У них народа нет. Так, у коммерции, у всей по 12 или сколько там, 10. О, вот, все, смотри, успокоились. Успокоились, стали успокаиваться, а у жилых? У жилых все еще многовато, да? Да, ладно. Минус 10 тысяч человек, смотри, уехало 10 тысяч, мать его, человек. Охренеть, давай всем поставим по 10. Всем поставим по 10. Вот, стали успокаиваться опять же. У нас еще бандитизм. Тут прям, о, 52. Бандитизм прям с ума сходит. Так, не та кнопка, вот та кнопка. Где у нас? А где у нас любители бандитизма? Вот, это что такое? Офис Colossal Order. Это у нас не то, но тоже нормально. Тоже нормально, тоже пойдет. Вот здесь стой. Но мы ждали-то не то. У нас где бандитизм-то? Поддерживать в течение 5 недель. Это неприятно, конечно, да. Ладно, ждем 5 недель. Минус 32 косаря денег. Смотри, охренеть. Охренеть. Охренеть, мы в минусах. Нас, наверное, просто все деньги воруют до того, как они доедут до налоговой. 5 недель долго, конечно. Конечно, долго. Воды нет у вас. Да, сейчас мы вам дадим воды, не переживай. Не переживай, все будет хорошо. Сейчас я все верну. Нас тут просто надо вот эту дичь строить, я не знаю, для чего это. Ну, чтобы игруху поразвлечь. Смотри, полная жопа. Минус 30 косарей в неделю. Минус 1000 хотя бы уже человек. Было 10 тысяч, прикинь, 10 тысяч человек в сраную неделю уезжало. Сейчас плюс пойдет, нормально все. Нормально, налоги отбились. Налоги отработали, сейчас... народ пойдет бандитов сам херачить. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Опять минус. Что такое? Что такое? Давай посмотрим, знаешь что? Что у нас по туризму? Ни хрена у нас по туризму. Мы вот строим, строим это все. Коммерческие зоны, общественный транспорт. Вообще 1% теперь от дохода, конечно. Было там 0, что-то 5% может быть. Сейчас стало чуть побольше. Но как бы это в целом-то что-то особой роли не играет. Ладно, давай. Где у нас там 5 недель? Быстрее, нам надо их дождать. Подождать 5 недель. Мы подождали 2. Ладно. Ладно, 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 ладно. Но, наверное, мы уже ничего не успеем построить. Да и в принципе... Да и в принципе, вот. А может быть, еще следующая серия будет. Не знаю. Непонятно. Не очень ясно. Группа черных археологов обнаружила, что на самом деле там что-то там. Так. Тут прям все. Они сейчас уедут, потому что высокий уровень преступности, да?
Да, что с преступностью? Преступность у нас 56. 56. Они сейчас просто возьмут и уедут. Надо было сначала, знаешь, вот тут, наверное, все открывать. Да, народ валит. Народ валит. Короче, надо подбить так свой город, чтобы получить вот эту вот срань. Смотри, сколько? 3 недели. Еще 2, мать твою. Да у меня уедут все нахрен, пока вы тут свои 2 недели вот эти вот мутите. Твою мать, а? Что делать-то? Что делать-то? Ладно, ждем. Мужественно ждем, смотрим, что происходит. Может быть, хоть один полицейский участок открыть уже. Рука тянется. 57. Растет все еще преступность. Медленно, но растет. Медленно, но подрастает. А вот здесь нормально все. А здесь все нормально у них, все хорошо. А что? А что? А все нормально. 23 деньги, короче, пачкой бегут. Народ пачкой бежит. Было 70, мы 20 тысяч человек потеряли вот на этих сраных, так сказать, экспериментах. Да охренеть просто, еще неделя осталась и будет суд. У него шум 25, развлекуха 75. И, видимо, в суде разбираются возможные тяжбы горожан, необходимые для постройки медицинского сраного центра. Да, хорошо, 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 ждем, ждем, ждем. Деньги просто пачкой уходят, 25 косарей. У меня там всю игру, наверное, было 8-10 косарей в плюс. Накопил 7, там 8 миллионов. А теперь минус 23. Население по 200 человек, теперь минус 2 косаря. Это охренеть просто. Вот это вот все разваливается. Но вот этих-то, кстати, можно вернуть. Надо просто работяг нанять, так сказать. Можно их просто снести. С одной стороны, с другой стороны электричество хотя бы будет. С третьей стороны земля почистится. С четвертой стороны вот здесь. Ну, хотя зону-то размечать, это надо зоны переразмечать. Я имею в виду, что вот здесь вот, если построить производство, я так понимаю, нефть будет добываться. Будет нефть добываться. Ну-ка, опа, суд готов, хорошо. Так, на паузу поставим. Суд, куда тебя воткнуть? Всевозможные тяжбы горожан. Всевозможные тяжбы горожан мы сейчас разберем. Где угодно, развлекуха там с него небольшая идет. Так, большой. Большой вот здесь стоит вода. Хорошо, все. Так, значит, теперь вот это вот закрываем. Заходим обратно в копчиков. Даже не так. Даже не так, вот так вот заходим обратно в копчиков и пойдем включать. Поехали, раз. Смотри, прям, ой, позеленело, ой, хорошо стало, а еще где? Так вот, два. Аналогично. Аналогично, вот так вот, три. Вот так вот, четыре. Не то, где полицейский участок? Можно мне, пожалуйста, на него попасть? Да. Так, еще. Еще полицейские участки, вот он. Давай, ребятушки, отбивайте все, что я тут натворил. Но, знаете, это все для того, чтобы построить суд. Вам же оно в целом... Ой, земля, это что такое? Что за значок? Земля типа дешевая? Или деньги у них пошли? Низкая ценность земли, конечно. Конечно, а что делать? Да все, сейчас будет нормально. Но это опять же, видишь, мы строили-строили, грубо говоря, там цену земли поднимали, видимо... Чем больше цена земли, вероятно, тем больше налог, соответственно, тем больше доход. Или что-то еще хрен его знает, как оно влияет, но, наверное, как-то влияет. И в итоге получается... Получается, что мы сейчас всю ценность земли-то уронили нахрен. Ага, где еще-то были? Это здесь, по-моему, еще было управление вот это большое. Нет? Не видно. Вот! Ценность земли мы повышали-повышали, а сейчас ее нахрен понизили просто в никуда. Просто в никуда. Народ был, вот, народ опять прибавляет. 47 тысяч, было 70, я точно помню, а то и больше. Минус 46 у нас еженедельный доход. Просто полная жопа. Просто полная жопа. Теперь, знаешь, можно снова город восстанавливать. Тут вон все заброшено, переброшено. Ладно. Ладно, куда деваться, зато у нас есть суд. Классно, классно, очень просто, невероятно. Так. Все, вроде как все полицейские участки вернули. Если где-то будет совсем тяжко, то еще вернем. Смотри, 24, уровень преступности прям падает, прям хорошо падает. И ключевой момент, нам что надо было там? Оперный театр нет, парк в деловом районе нет, Лепрозорий. Лепрозорий, теперь надо нахрен всех и еще... Или вот здесь... Аквариум. Давай посмотрим аквариум. Теперь надо нахрен всех попереболеть, как это сказать-то. Попереморить, чтобы они там нахрен все сдохли. Попередохли. Где аквариум?
Вот. И для тех, кто выживет, у нас появится там что-то центральный госпиталь. Ой, аквариум не вижу. Что для него надо-то хоть? Офис, научная библиотека. Ну-ка, здесь почти готово, смотри-ка. Публичная библиотека, ладно. О, аквариум. Детей в начальных школах. У меня детей столько нет. У меня столько детей нет. Ладно, начальные школы, где они? Вот они. Куда тебе еще жахнуть? Давай еще вот сюда, вот тебя жахнем. Все равно там. А где сносит? Где то, что под снос? Вот оно. Раз. Два. Это не надо. Да тут и не надо, особо-то вот здесь вот можно, конечно, жахнуть. Смотри, вот так вот. Хотя, ну нет, детей я не буду. Там трасса с одной стороны, с другой еще какая-то жопа. Ну вот так. Детей в начальных школах у нас нам все равно, наверное, не хватит. 3280. Растет. Прям выросло, прям я видел. Но в любом случае у нас уже час. Час подходит к концу. Да уже подошел к концу, уже час. Будет ли следующая серия, ребятушки, загадка для меня большая, наверное, такая же загадка, как для вас, потому что непонятно. Может быть, грохну, может быть, добью все-таки город. У нас тут, опять же, полная жопа, было все хорошо, теперь все плохо, минус 35 по доходам. Надо поднимать хотя бы до 12%, как у нас было, чтобы хотя бы чуть-чуть выйти в плюс. Вот, так мы и до кредитов, знаете ли, доберемся. На этом все. Не забывайте жмакать. Опа! А что это? А, высокий уровень преступности. Так я вам сейчас возьму да поставлю вообще нахрен этот. Вообще нахрен этот полицейский участок свой, и будет он рядом с вами стоять. И вот. Вот это, конечно, да, смотри, вот так вот. Класс. Вот это же туха. Вот это все просто нахрен заброшено. А вот, жмакайте лайкосики, ссылка на плейлист будет в описании. И спасибо, что досмотрели эту серию до конца. До встречи в следующей серии или в других играх. Всем бья-бьяу.